Hello, hello guys, welcome to my channel. My name is Miracle, Mimi for short. Well, if this is the first time seeing my face, you're welcome to join us. Yeah, you're welcome. You're really, really welcome to join us. So our next video is from Diana Akudinova. Like, guys, I can never get enough of Diana's story. Like, gosh, her story so much inspires me. Like, it really, really inspires me. Whatever I want to do, like, I have already put in Diana Akudinova's story. Like, I've already put her as my role model. Like, I've already looked up to her because of where she come from, the way she struggled, the way she, like, put it her all in all. Like, gosh, and I would like to be Diana's mother. Like, Arena. Like, even when I grow up, like, I would like to be supporting my child. Even if I get married and I decide to have children, I would like to be like Diana Akudinova's mom, Arena. Like, her mother really, really inspires me. Like, come on, Diana is not really even her biological daughter, but look at the way she has put her all in all for Diana. Like, gosh, like, I just sit there and wonder, some, like, is this even real? Like, Diana is damn lucky. Like, she is really, really, really lucky. She is destined for greater things ahead. Let's check this video out. Like, let's check it out again. Моя реченька. Меня зовут Диана Акудинова, мне 19 лет. Родилась я в Приморском крае, на Дальнем Востоке. Попала в приют, потому что у меня была неблагополучная семья. Встретила свою настоящую маму. Меня взяли в семью в 4,5 года, 5 лет. И с этого возраста я начала заниматься пением. Можно меня из-под воды достать чуть-чуть вот здесь? То есть высоких частот можно добавить? Настоящую маму. Почему я говорю настоящую? Потому что я не считаю те 4,5 года чем-то важным для меня и тем, что, например, было. Я ничего там не помню, не хочу помнить и считаю, что этого не было. Что моя жизнь началась с 5 лет. Мы жили в городе Арсеньеве. Вот, я работала в санатории в детском. К нам привезли детей с детского дома на оздоровление. Я ее увидела, у самой двое детей, девочка, мальчик, казалось бы, что полная семья. Тут ребенок такой, вдруг все время плачущий, страдающий. Прям волчонок такой загнанный был. Плохо говорила, заикалась. Конечно, я помню некоторые моменты. Алкоголь, наркотики, насилие. Скорее всего, если бы не моя мама настоящая, меня бы, скорее всего, не было в этой жизни, потому что там реально было очень жестокое обращение. Нет у меня отца матери, так у меня благословить да. И, наверное, это было сложно выдержать ребенку, но я рада, что судьба ко мне вот так милостиво отнеслась, и я жива. Настя, старшая моя дочка, она ко мне часто на работу приходила. Меня на эту мысль натолкнула. То есть, давайте возьмем. Ну, ребенок запал в душу. Настя, ты идешь? Да. Ну, так иди. Какая-то небольшая семья. Вся семья сбежала на рыбалку. Мы вот когда взяли Диану, она, конечно, вот переступив порог, она сразу сказала: мама. Я верю в судьбу.
Потому что у меня в жизни происходит очень часто что-то такое прям судьбоносное, как мне кажется. Все сводилось к тому, чтобы я пришла в эту семью, и чтобы меня взяли именно эти люди, и чтобы я пошла именно по этой дороге. У нас друг семьи такой был, он в Арсеньеве был руководителем оркестра. Он сразу сказал, это певица. Он говорит, такой низкий голос. 5 лет. Да вы что, вы не слышите? Ой, да ничего ты мне, улыбайтесь. У нас все спецэффекты мне в уши тоже давайте. 8 лет было Диане, у нее в репертуаре уже было больше 100 песен. Потом мы пошли в музыкальную школу. Мы подавали, наверное, 4 года подряд заявки на «Голос дети». Попадаем мы на слепые прослушивания. Вот. Ну, там не повернулся никто. И вот у нее стимул был дальше идти. Не то, что там руки опустить. И, ну, вот, не повернулись, и не пойду, и не буду дальше ничего. Нет, это у нас Диана. Тут ты супер конкурс. Нам приглашение. Мы прошли кастинг опять, ее взяли туда. Вот, победили. Когда я победила на проекте «Ты супер» во 2-м сезоне, мне было 14 лет, Игорь Яковлевич Крутой подарил мне квартиру в Москве. Меня просто переполнял какой-то разрыв эмоций. Детка колокола звенят. Желание возникло у Дианы сразу переехать. Потому что она говорит, я хочу развиваться дальше. Москва – это возможности больше. Вот так мы собрались и все хором переехали. Поехали. Что? Давай с припева начнем. Угу. С первого припева. Готов? Да. Я записываю свои песни в студии Брэндона Стоуна. Брэндон – это очень хороший мой друг, композитор, автор, исполнитель, саунд-продюсер. Это просто классный музыкант и человек. Послушаем, давай. Что ты там напела у нас? 3, 4. Классная песня. Супер песня. Хитом будет. А теперь знаешь, что сделаем? Давай еще низкий голос запишем. Вот это. Тембр Дианы, да, это подарок природы. Потому что это просто так его не выработать самому. Он очень глубокий. Я сейчас ее специально заставляю петь все наверху, для того, чтобы не только была глубина тембра, а еще могла показать, что у нее шикарные верха. Мам, ты меня лечить будешь? Вот здесь прям. Так, короткие нет, короткие мы не трогаем, потому что они туда не заправляются. Сейчас я учусь в ГИТИСе на факультете эстрады. Он переименован в новые сценические направления. На 3-й курс перешла. Очень люблю проводить концерты живые. Мама меня всегда поддерживает, она всегда со мной ездит. Она как мой администратор, продюсер, директор, костюмер, визажист. Все можно вписать в этого человека. Вот эта вера в меня и какая-то связь между нами, она настолько ценна. Это самая лучшая мама на свете. Река.
Yeah, she's really the best. У меня есть традиция, на каждый свой концерт я приглашаю талантливых ребят. Иногда это просто талантливые дети из городов, в которые я приезжаю, в том числе и дети из детских домов. Диана Шашкова сегодня выступит для вас, и я надеюсь, вы ее очень хорошо воспримете. Одной сцене с такой же известной певицей, как Диана Анкудинова, это, конечно, очень и очень значимый момент в жизни любого артиста, а тем более для ребенка из детского дома. Вы знаете, очень часто эти дети мне говорят за кулисами, что я не чувствую, что я смогу, что я вывезу. И я просто говорю, выйди сейчас на сцену и почувствуй, твое ли это. И когда они выходят на сцену, после этого они всегда мне говорят, да, это мое, я хочу, чтобы меня всегда так встречали в зале. И это очень большой опыт. Это очень мотивирует. Был такой мандраж. Я очень часто зажимаюсь в себе. Как их убрать? Зажимаю. Я просто стараюсь максимально вживаться в песню. Естественно, я сначала молюсь, ухожу в себя. Перед сценой я очень редко, когда с кем-то разговариваю, чтобы никто не нарушал мой энергетический поток, который я хочу отдать зрителям. Очень люблю природу. Именно поэтому мы приобрели дачу. В городе иногда бывает очень суетно. Это просто моя песня, я ее так это не хочу презентовать. Что еще сочиню? Когда закрываются одни двери, открываются другие еще лучше. Важно верить в себя. Я до последнего верю в чистоту и любовь наших душ, сердец, и хочу, чтобы люди думали только о прекрасном и о том, что мы все пришли сюда ради любви. Have you seen how the rejected stone become the cornerstone? Like, Diana was rejected by her family, her real parents, she was rejected. Well, no, I know they never least expected that Diana will become someone in the future, or Diana will become somebody someday. Diana will I don't even know how I'll put my words, I don't even know how I'll express myself, but they just left her abandoned in an orphanage because she was sick. Like, who does that to your own biological child? Like, I'm just so happy, and I want to thank God for Irina, who came across Irina and Natasha, that is Irina's daughter, who came across Diana. If not, like, who knows where Diana will be today? Like, gosh. But like, see, look at, just take a look at Diana. Like, if you even see her, you will not even believe that it's someone that just came out from an orphanage home. Like, gosh, mothers out there, learn to always support your child. So, because
you don't know what they will be in future. You don't know what the future holds for you and your precious child. Always support your child's dreams. Like, don't allow your child's dreams to just go to waste just like that. Like, gosh, Diana's story really, really inspires me. Like, gosh, like, she's already my role model. Like, I've already put her in front of me. Like, gosh, everything about her inspires me. Like, it really, really, really do inspires me. Let me know your thoughts in the comment section. Like, watch, and subscribe to my channel. Bye-bye. Have a wonderful day ahead. Cheers.